Мур, привет, друг, это Зверько. Вот и вышла на основной сервер маг Лилия. Это маленькая гиперактивная девочка, наделенная магией. Благо мне удалось записать геймплей на тестовом сервере, и теперь не надо в поте лица пытаться пикнуть его на основном. Но есть один минус. Пинг 120. Итак, что же по навыкам? Пассивка. По сути, в пассивке текст, который не вошел во второй навык и вообще пассивкой не является, поэтому погнали дальше. Первый навык. Лилия выпускает вперед Глума, очень похожего на зубастика с ушами. Так вот, Глум наносит урон всем противникам на своем пути и замедляет их на 40% в течение 1.5 секунд. И как бы все, но есть особенность, этот навык активирует семя Глума второго навыка. Второй навык. А вот тут информации будет гораздо больше. Итак, Лилия ставит семя Глума, которое в небольшом радиусе наносит урон противнику и замедляет его на 80%. И это замедление очень важно для дальнейшего нанесения урона. Попав по семени первым навыком, Лилия злит Глума, и он раскрывается, нанося урона гораздо больше, чем при постановке. Вокруг злого Глума появляется область. В этой области Лилия получает бонус к скорости бега плюс 5% за каждый уровень злого Глума. Так вот, злой Глум держится ограниченное время. Это время и указывает таймер вокруг Глума. Если в область поставить еще одно семя, то Глум прыгнет, поглотит его и повысит свой уровень, нанося еще больше урона. Так можно стакать до 5 раз. На 5-м стаке уровня Глума Лилия получает максимальное ускорение и увеличение урона от взрыва Глума вплоть до 120%. Взрыв происходит при поглощении. Процесс стаков упрощает то, что можно накопить в запасе 5 стаков навыка. А позднее можно вываливать весь этот стак и активировать, бегая в припрыжку вокруг. Этот навык является основным для Лилии, и весь геймплей крутится вокруг него. Про применение расскажу в тактике. Ульта. Качав этот навык, за Лилией начинают бегать башмачки, все еще довольно криповые. И вот основное их свойство – это возврат во времени на 4 секунды. Вот к этому навыку придется привыкать, потому что, возможно, 4 секунды назад было хуже, чем сейчас. Либо ты можешь оказаться среди группы врагов, но есть одна хитрость. Ботинки обладают обзором, поэтому внимательно следи за картой. Во-первых, навык восстанавливает уровень ХП и маны на те значения, которые были 4 секунды назад, благо добавили 15% регенерации ХП после возвращения. Это очень спасает. Во-вторых, Лилия получает ускорение бега 40% на 4 секунды, а вдобавок полностью перезаряжается второй навык. И вот появляется основная комбинация. То есть навык работает как Escape, как восстановление ХП и маны, да вдобавок это увеличивает количество урона, которое ты можешь внести. Вот как ульта у Гассена, которая тоже перезаряжает навыки. Итак, давай посмотрим. Нет контроля, есть подвижность и много мелкого урона. И если героя классифицировать, то, называя Эйдору, Аврору и им подобным прокастеры, те, что убивают за комбо, я предлагаю назвать Лилию, Харита и Люнокс фасткастерами, поскольку они наносят урона достаточно много, но за счет частого применения навыков. Закрепили. Итак, что взять дополнительным навыком? Ну конечно, очищение. Это позволит в критической ситуации откатить время и попробовать еще раз повоевать, либо смыться. Эмблемы. Лучше всего подходят эмблемы мага через второй перк, вызывающий горение. Тактика. В отсутствие контроля я предлагаю Лилии ходить с героем, который может стянуть противников в одну точку, или массовым оглушением. Отлично подходят Тигрил и Теризла. Фармить сололес манозатратно, но можно. Нужно быть очень внимательной Лилией, благо что второй навык и ульта в этом помогают. Наше зерно и злой Глум второго навыка просвечивают кусты, так что перед заходом туда лучше кинуть Глума в куст. Кроме того, на карте отображаются наши башмачки, для нас отображаются, и эти башмаки обладают обзором, как я и говорил. То есть, если кто-то падает на ваш след, вы увидите его за счет башмаков. Также они просвечивают кусты, так что считаю тебе глаза на затылке. А обратная сторона медали, противник тоже видит твои ботинки, и они показывают, куда ты направился 4 секунды назад. Есть три способа нанесения урона Лилии. Первое. Накидываем в кусты кучу глумов и ждем жертву, после чего ее подрываем. Учти, что сейчас можно поставить лишь 5 яиц глумов. После подрыва докидываем жертву тем, что есть.
Второй способ. Набиваем пятый уровень злого глума и перемещаем его, потихоньку поджидая жертву. После чего уже жертву закидываем глумами. Третий. Активный способ. Перемещаемся шаловливой школьницей. Ох, надеюсь, опять монетизацию не снимут, как уже было. По карте. И кидаем в противника глума. После активируем его первым навыком и начинаем засыпать вторым. Если вдруг заряды кончаются, жмешь ульту, и у тебя опять 5 яиц глумов в стаке. Вообще связка full stack и ульта – это базовая для Лилии. Очень удобно, что яйцо глума замедляет противника. Это замедление мы еще усилим сборкой. Постоянно пользуйся своей подвижностью, засыпая глумами противника. И одним глазом смотри на карту, чтобы видеть, что творится вокруг в принципе, если тебе надо будет вернуться на 4 секунды для восстановления хп и перезарядки глумов. Вот, собственно, такой геймплей. И последний наш пункт – сборка. Вариантов можно выбрать достаточно много. Вот тебе мой на активную игру. Обувь демона будет восстанавливать ману. Сразу же жезл снежной королевы, потому что установка и подрыв глумов занимают время, нужно не дать врагу убежать. Жезл молнии и палочка гения увеличат наш урон. Мимолетное время даст одновременно возможность более часто использовать escape и больше огневой мощи за схватку. Священный кристалл, буст урона. Вот такая вышла на сегодняшний день Лилия. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и, конечно, ставь лапку. Удачи, друг! Смерть, тупый яд, а так ушел, мертвая дверь.